Я пока ничего комментировать не буду, потому что это провокация, чистая провокация. История связана с Дезавидом, которым поет водоканал Череповецкий. Эти люди пытаются мне заставить силой дать опровержение тому, что пишется везде на сайтах. На самом деле решение сейчас в суде. Решение будет предварительно в понедельник, я им это сказал. Но они хотят, невзирая ни на что, вручить мне постановление свои и привлечь меня к ответственности. Ну а как получилось, что сбили пристава? Пристав побежал мне навстречу, они хотели меня остановить. Подскользнулся вот на этом льду, вот посмотрите, снимите лед. Подскользнулся, упал, все, я остановился. То есть машина его не задела? Нет, конечно, никто машину его не трогал. А меня зачем снимать? А потому что, к сожалению, ваши СМИ информацию дают очень однобоко, вырезают. Поэтому я готовлюсь это выложить как есть. Спасибо большое. До свидания. Передавайте привет тем, кто вас вызвал. Сегодня должник был вызван на вручение документов, так как он не исполняет решение суда неимущественного характера, не вносит опровержение на сайт Дезавид по иску МУП «Водоканал». Сегодня ему пытались вручить документы процессуальные, от получения он отказался. Значит, сотрудники проследовали для того, чтобы пригласить понятых, для того, чтобы зачитать вслух ему документы. Должник попытался скрыться с места совершения исполнительных действий. Судебный пристав по ОПДС пошел за ним, чтобы остановить его. Должник проследовал свою машину, в которую он сел, закрылся и начал движение. Сотрудник по ОПДС пытался его остановить, но, к сожалению, произошло так, что должник сбил его своей машиной. Вот сотрудник упал под машину, в связи с чем нам пришлось вызвать все меры, то есть наряд, полиции, скорую и все. Значит, сотрудника обследовали, поставили ушиб, сейчас он поедет в травмпункт. Сейчас будут вручаться ему повторно, принудительно документы уже в присутствии понятых на улице. Да, я поехал вот сюда. Он выбежал. Вот здесь подскользнулся. Не за дерево. Я шел вот. Ну, не знаю, примерно. Не было никакого контакта? Как не было? Я вам говорю, остановись. Он ударился об землю. Какой об землю? Вот он. Я выезжаю, он выбегает, исчезает, у меня есть поле видения. Я его не вижу. Вот две примерно. Вот где-то вот здесь. Где-то вот здесь, да? Долг существует, он оплачивается уже несколько лет. На самом деле, долг не мой. Я выступил поручителем по одному делу. Теперь плачу за других деньги. Получилось так, что все это на мне оказалось. Это лицо публичное, у меня белый бизнес, я не могу ни от кого скрыться, я не могу существовать где-то, вот, как вот обычно люди делают, когда уходят от ответственности, в том числе финансовой. Я плачу эти долги уже несколько лет, они взимаются ежемесячно, пол зарплаты забирают, иногда и вторую часть зарплаты забирают. Иногда я приношу большими частями деньги, кусками огромными. То есть там по 500 тысяч и по 300 приносил, гашу долги. Потому что сейчас вот у меня фактически реальных долгов осталось что-то около 300 тысяч чужих долгов. А было, если мне память изменяет, около 5 миллионов. Вот я за чужих людей их заплатил. Я, работая, отбирая деньги у себя, своей семьи, оплачиваю. А те, кто реально должен, ходят с такими довольными лицами и улыбаются. Вы отказываетесь выполнить мое законное требование проследовать за мной и вводить свою приставку? Отказываетесь? Минуточку, я закончу. Пойдемте, сходим.